Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И сегодня я вам покажу биржу, где я застейкал свои деньги. Вы все знаете, что я всегда ищу максимально легальную, прозрачную и официальную возможность заработки. И вот сегодня зашел очередной такой заработок на бирже Nominex. Это совсем не новое направление, но... Как вы уже привыкли, я сначала проверяю над себе. То есть я изучал этот проект приблизительно 4 месяца. Общался очень тесно с своим вышестоящим спонсором. То есть человеком, кто мне лично помогает зарабатывать деньги. И принял для себя решение, что да, я буду заходить. Тем более сейчас монета на очень хорошем коррекции. То есть вот монета стоит 3.33. И я думал, эту возможность я не буду пропускать мимо себя. Как тут что работает на странице? Я вам сейчас включу обучающее видео моего спонсора, то есть человека, кто меня сюда пригласил. И при желании, если вы хотите тоже тут зарабатывать, просто повторяйте его действия и все. И можете уже спокойно зарабатывать. А теперь включаю тот обучающее видео, посмотрим его и продолжим мое видео. Если вам интересна такая доходность и вы хотите зарабатывать на фарминге, либо вы трейдер и вам интересно торговать без комиссий, без KYC на вот данной бирже, либо вы просто хотите зарабатывать как партнер, строя, значит, свою так называемую партнерскую сеть здесь, да, и получая комиссии, о которых я рассказал, то вам первым делом необходимо приобрести токены NMX и положить их в пул ликвидности для фарминга. Как это делается? Давайте прям пошагово я вам все покажу и объясню. Первым делом, естественно, вам нужно зарегистрироваться на этом сайте. Ссылочка будет в описании под этим видео. Регистрируйте аккаунт. И первым делом, что вы делаете после регистрации, на вкладке «Безопасность» вы включаете двухфакторную аутентификацию для защиты вашего аккаунта. Делать это нужно абсолютно везде, не только на данной бирже, но и в других проектах, там, где у вас находятся финансовые средства. Включили двухфакторную аутентификацию. После этого вам нужно установить кошелек MetaMask. Вот так вот он выглядит. Ссылочку оставлю также в описании под этим видео. У меня Chrome браузер. Всем рекомендую тоже использовать для этих целей браузер Chrome. Значит, заходите, устанавливаете данное расширение, после чего здесь вам необходимо выбрать сеть Binance Smart Chain Mainnet, вот эту. То есть у вас стандартно будет сеть эфириума, вам нужно именно сеть Binance выбрать, потому что данный проект работает на блокчейне Binance, поэтому здесь низкие комиссии, поэтому здесь все летает быстро, да, то есть нет никакой задержки в мемпулах и так далее. После этого, да, выбрали сеть, вы переходите, показываю прям пошагово, в раздел DeFi NMX, вот сюда, и в мои NMX. Что здесь вам необходимо сделать? Вам нужно подключить ваш кошелек. То есть вы нажимаете на «Подключить кошелек», выбираете MetaMask. После этого в MetaMask у вас появится окошечко, вы там нажмете «Согласен», «Да», «Да», «Окей», «Окей» и перейдете вот в это окно. И по очереди добавляете в MetaMask токены, да, прям нажимая «Добавить NMX». Вот так, вот видите, пошло подтверждение через MetaMask «Добавить токен». Токен добавился. Теперь «Добавить NMXLP, это тот, который пойдет в фарминг, в пул конкретно, добавить токен, и добавить USDT именно в сети Binance, да, тоже добавить токен. Теперь нам нужно выбрать, сколько в пуле мы хотим застейкать наших токенов. Это те как раз уровни реферальные, которые я вам показывал. Я выбрал уровень VIP. Для него нужно застейкать 1000 USDT. Соответственно, мне необходимо на мой кошелек MetaMask вот сюда перевести 1000 USDT. Плюс небольшое количество токенов BNB, чтобы потом здесь оплатить небольшую комиссию за обмен токенов USDT на токены NMX. Каким образом это лучше всего сделать? Сделать это лучше всего через биржу Binance. Если вы вдруг еще не зарегистрированы на бирже Binance, ссылочка будет в описании под этим видео, обязательно откройте там себе аккаунт. Это абсолютно топовая биржа, топ-1 биржа на сегодняшний день, и вы просто обязаны быть на ней, если вы хоть как-то связаны с криптовалютой вообще, в принципе. Вы переходите на ваш
аккаунт в бирже Binance. Здесь пополняете любым удобным вам способом, значит, USDT. И потом этот USDT на вкладке «Вывод» вы выводите на ваш адрес аккаунта в MetaMask. Вот сюда вот его вбиваете. И важный момент, выбираете здесь Binance Smart Chain. Проходите небольшой опросник, что вы понимаете вообще, что вы делаете. Вот так вот отвечаете, да, что вы понимаете, что вы делаете. Почему это важно? Потому что если вы пошлете свои активы в сеть Binance, да, через сеть ERC-20, сеть эфириума, то ваши активы, скорее всего, будут утеряны. Поэтому очень внимательно. Видите, комиссия всего 0,8 USDT за перевод. Это, в принципе, самая низкая комиссия из всех сетей. И, соответственно, вбиваете сюда ваше количество, которое вы хотели бы перевести. В моем случае мне нужно получить 1000 USDT. Соответственно, я ставлю с учетом комиссии, чтобы мне пришло, значит, ровно 1000 USDT. И нажимаете, собственно, на «Отправить». После чего подтверждаете вашу транзакцию всеми видами безопасности, которые у вас стоят на Binance. Они у вас должны стоять обязательно. После этого вы таким же образом переводите немного токенов BNB, тоже по сети Binance Smart Chain, на тот же кошелек. Сейчас я пока поставлю видео на паузу и продолжу, когда средства уже будут на кошельке MetaMask. Итак, ребят, средства поступили на кошелек MetaMask. 0.1 BNB отправлял с Binance, это минимальный вывод. И 1000 USDT, все на месте. Собственно, здесь мы тоже это видим. Теперь что мы делаем? Мы на той же вкладке DeFi My NMX меняем половину, это важно, половину этой суммы на токены NMX. То есть $500 мы меняем на токены NMX. Подтверждаем обмен. Как раз за это сейчас с нас возьмется комиссия, та комиссия в токенах BNB, для чего, собственно, мы и пополняли наш кошелек. Но видите, комиссия всего $0.21, то есть комиссия минимальная. Подтверждаем нашу транзакцию и после этого жмем еще раз на кнопочку «Обменять». Еще раз сейчас у нас будет взята небольшая комиссия за эту транзакцию. Все, наши токены успешно обменены, об этом нам сообщает и MetaMask, и уведомление биржи Nominex. После этого мы переходим на вкладку «Пулу ликвидности». Это следующая вкладочка, да. И теперь нам нужно наши токены USDT и наши токены NMX добавить в пул ликвидности. Мы нажимаем на максимальное количество, вот так, и у нас сразу добавляется автоматически максимальное количество токенов. Нажимаем «Добавить». Такой момент может быть, поэтому переводите немножечко с запасом токенов USDT, потому что видите сейчас какая ситуация. То есть курс, видимо, немножко повысился за то время, пока я обменивал, тут записывал видео, да, и так далее. И буквально $1, да, не хватает, чтобы в равном количестве, а нам нужно 500 USDT и 500 USDT в токенах NMX пустить в пул. И вот прям немножко не хватает для этого. Поэтому, да, надо, наверное, переводить было немножко с запасом. Я об этом, к сожалению, сразу не подумал. Но в любой момент, конечно, можно в пул дозакинуть, так сказать. Поэтому сейчас показываю тогда на тех цифрах, которые получились. То есть немножечко мы не дотягиваем до нашего необходимого реферального уровня. Но ничего страшного, сделаю это после. Ну а пока, значит, мы нажимаем на NMX, списывается максимальное количество токенов и соответствующее количество USDT. Нажимаем на кнопочку «Добавить», токены уходят в пул. Здесь опять, естественно, с нас снимут небольшую комиссию за это все. Токены добавлены в пул ликвидности. Здесь мы это все видим, да, то есть вот они появились у нас, токены пула NMX LP, так называемые, чуть меньше $1000, да, получилось за счет вот этой вот всей ситуации, которую я вам объяснил. После этого последнее, так сказать, действие, которое нам нужно сделать, это перейти в персональный фарминг и теперь уже добавить вот эти вот токены пула ликвидности, да, NMX LP, именно в стейкинг. Здесь мы вводим количество NMX LP, либо нажимаем на максимальное, нажимаем опять-таки подтвердить, вылазит как обычно подтверждение через MetaMask и нажимаем на застейкать. В MetaMask опять оплачиваем небольшую комиссию и все это дело успешно уходит в стейкинг. Теперь мы можем обновить нашу страницу и увидеть, что некоторое вознаграждение за фарминг уже успело набежать. Тут небольшое количество токена NMX, его можно забирать в любой момент. Так же, как и можно отстейкать, то есть вынуть с фарминга ваши добавленные токены NMX LP. Соответственно, вы их обратно можете продать и так далее и тому подобное. Собственно, эта вся история работает стандартно на всех
вот этих DeFi проектах. Одним образом, мы застейкали наши токены и можем видеть, что у нас получается ставка в пуле 0.87 NMX в день. Это примерно 4 доллара в день. Это без реинвеста. Если вы будете реинвестировать, доходность возрастает в разы. Это еще без учета того, что курс данной биржи в ближайшее время будет расти. Еще важный момент, что чем дольше вы стейкаете, тем больше токенов NMX вам выплачивается. Так называемый бонус холдера. То есть 7 дней стейкаете и повышаете ставку в бонусном пуле на 20%. Все, ребят, все, что хотел, рассказал. Надеюсь, было понятно. Если вдруг остались какие-то вопросы, все контакты, как обычно, в описании под этим видео. Всем хорошего настроения и больших профитов. Так вот, друзья, надеюсь, что вам было все понятно. И все полезные ссылки будут в описании под это видео. То есть на самому биржу Nominex и на биржу Binance. Если вы еще там не зарегистрировались. А если вы зарегистрировались и тут, и там, значит, вам вообще хорошо, можете сразу начинать зарабатывать. Забыл сказать, что на Nominex не нужны никакие верификации и так далее. Просто застейкаем и зарабатываем. Так, друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк, подписываемся на мой канал, делитесь этим видео с своими друзьями, чтобы они могли бы получать на полном пассиве прибыль, то есть доход, инвестиционный доход. Друзья, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока!